Извините, конечно, но вот то, что вы говорите, это полный бред. Силы кобылы. Я сегодня слушал все ваши вот эти обращения. Послушайте, но... вы не понимаете одного. За этим всем стоят дела. Это не следует оценивать как бред. Это надо оценивать так, почему это не бред. Если кажется вам бред, ну, значит, вы в чем-то неправы. Если бы я просто говорил, из никаких бы не было ни МММ, ни 20 миллионов участников, то можно было бы говорить, что это бред. Но коль скоро за этим стоит 20 миллионов участников, то это не бред. Вам следует понять, почему это не бред. Так нет, как раз стоит, называемый бэкграунд, да? Бэкграунд стоит такой, что у вас все пирамиды рушатся. Почему эта пирамида должна вдруг не разрушиться? Вот как бы логики в этом нету. Понимаете? Я уже объяснил. Приведите хоть один аргумент, почему она должна разрушиться. Это первое. Второе. Все пирамиды до этого были разрушены властями. Первая пирамида российскими, вторая пирамида американскими. Но теперь разрушить не удастся.